Народ, всем привет. Мы с Лаврушкой сегодня снова по магазинам. Опять творчество. Да, Лаврушка? Опять творчество будем делать. Мы с вами поехали возле... Мы купим ингредиенты для слайма. Ингредиенты для слайма? Да. Вот какой ты умный, молодец. Мы возле дома прям в Таргете. Сейчас вот здесь мы запаркуемся. И пойдем искать ингредиенты для слайма. Вот кто на чем приехал, кто-то вот так вообще приехал. Чего там такое, Лаврош? Там, кто это укрыл вот это? Это, да, это кто-то приехал на такой карте. И кто это сделал с пластилином кал и вот сюда получили? Ты бы лучше сделал, да? Почему они с пластилином сделали? Не знаю, я не знаю, почему их пластилином сделали, пока не известно. Ну что, пойдем искать ингредиенты? Да. А какие там ингредиенты есть? Бьёшки и кавушка слаймов и клей. А, пап? Что? Какие-то красивые. Понятно, все, пошли тогда. Мы купим для Кати и для меня. Пошли тогда, давай, хорошо. И для Кати, и для тебя, да? Только давай без Кати, мы не будем это открывать, окей? Когда Катя придет, тогда будем открывать, ладно? Сейчас купим и положим, когда Катя придет. А то вчера ты куклу открыл раньше. Окей? Все, прекрасно. Смотрите, собачка там. Такая маленькая собачка. Да, пап? Да, сам. Там тетя купила. Что там? Тетя купила. Что? Пап, тетя купила. Кофе на магазине? Это потому что Starbucks здесь, да. Это все здесь ходят с утра кофе покупают, Starbucks. А-а-а. Это Starbucks, да. Все там покупают себе кофе. А мы с тобой пойдем. Вот, иди сюда. Да, вон там детские тележки, вот такие вот. Вот такие вот детские с сиденьями. Чей сажаешь, видишь. И пойдем вот это электрические, которые для тех, кому сложно ходить. Все на месте. Там с той стороны тоже стоят такие же, которые ездят, заряжаются сейчас. Пойдем. А кофе будем покупать? А кофе? Да. Не-не-не-не-не. Нет? Нет. Ну ладно. Так, где у нас с тобой гифт-карт? Вот они. Гифт-карт. Сейчас посмотрим с тобой нам. Нужно одну карточку купить с собой. Гифт. Папа, как что? Же купить мою? Ну, мы идем туда, мы сейчас оттуда пройдем, и все. Тут где? Вот здесь вот. Здесь? Ага. А, да, поедем, да. Короче, не получилось у нас. Не получилось у нас здесь найти ингредиенты, поотправляемся в Walmart, где вчера были, там вчера видели точные ингредиенты. Давай, Лавруша, садимся. Так, ну что, мы отправляемся с Лаврушей в Walmart, теперь там будем искать ингредиенты для слайма. Здесь оказалось, что нифига нету, они какие-то дурацкие, короче, выбора нету. Да, и мы с ним отправляемся в Walmart, то есть мы там сейчас все покажем. Снова Walmart, Walmart. Walmart наше все. Так, в поисках ингредиентов для слайма мы приехали в Walmart. Кстати, газ, видите, стоит 17,92. Зарядить что? Пап, почему там красная вот эта вот? Не знаю. В тени. Вот, смотри. А не знаю. Да, 48,82 это баллон полный, ну, новый. То есть, когда мы свой баллон будем менять, газовый от гриля, мы, короче, заплатим только $18. Так, ну что, давайте ищем парковочку и паркуемся. Идем снова искать ингредиенты для слайма. Опс, выезжает человек. Так, все. Закрыли. Прикольно. Смотри, смотри, какой красивый номер у дяди. Видишь, какой? Смотри, у него какой самурай тут. Классно. Все, да. А кто это? Кто-то намусорил, не знаю. Кунику. Ну так нехорошо мусорить, да, кто-то намусорил. Это, кто это
можно на трэш. Правильно, на трэш только можно. Да, а то сейчас полиция придет. Полиция придет, да. Милот. Ну, некрасиво выбрасывать мусор, да. Мусор надо всегда выбрасывать только в трэш, да? Да. Стоит вон там трэш-баскет, вот надо было в нее. А то сейчас полиция придет и накажет. Штраф будет, да? Да. Да, и правильно. Полиция придет, и они все закачают. Ну, вот этот трэш тоже, да. Это нужно обошлать. Ага. Да, пойдем. Смотрите, какое классное ведро. $15. Во-первых, оно не надо. Этот, смотри, это для пляжа все. Зомби. Зомби. А это фаерворкс. Это... А, блин. Забыл я. Нет, это салют, короче, делать. Понятно? Продается прямо вот так вот. Видите, $60 стоит. Это масштаб. Да. $60. Это салюты делать. Слушай, смотри, Лаврыша, какая классная корзина вообще. Еще можно здесь сделать. Это сито сразу прикреплено. Ну, и классно, что оно вот здесь вот. У него есть здоровская корзина. Лучше, чем вот эти ведра, которые там все равно мусор собирается. А здесь можно вытряхнуть. И большая, удобная. Смотри, какие полотенца. Что ты там увидел тоже? А, это уже graduation, видите, это набор. Такой золотой с черным. Что ты там увидел такое? Подумала. Такая горка стоит $298. Я хочу вот это купить. Это когда свой двор. У нас нет своего двора. Ну, большая очень. Смотрите, там можно и горка, и залазить. И даже мечи. Ну, нам некуда ее ставить, потому что она очень огромная. Она очень огромная. А, кстати, за $10 вот такие простые ведра. Ну, знаете, пока она упакована, вот так классно, да? А когда оно не упаковано, папа, потом распаковано, оно все просто валяется, короче. Папа, там все есть. Это мини-фигуры Лего, да. Папа, пойдем сейчас с вами. Ну, пойдем, пойдем. О, смотри, лодка. Лавруш, смотри. Лодка. Да. А вот я нашел тоже. Да. Папа, пойдем еще. О, нифига себе, какая. $45. Лавруш, не отходи. $45 это вот такой навес, представляете, можно поставить на пикник, если. Это вот флаги такие вот за $20. Ну, мы классно купили в Костко, вообще самый лучший, мне кажется. Так, вот мы вчера здесь были, вот они ингредиенты, да? Вот они, Лаврош, мне кажется, это ингредиенты, лаборатория для слайма. А, оно? Да, это оно, Лаврош. Есть еще, думаешь, другие? Да. Нет, мы одну берем для всех. Ладно, окей. Одну. Нам не нужно много, а то мы тут наведем кучу беспорядка. Мама потом нам спасибо за это не скажет. А это что такое? Смотри, какой. Это что? Это голографик, да. Это, короче, голографическое, видишь, такое. Это вот такие вот. В общем, попробуем вот эти, да, ингредиенты. А вот смотри, кэнди. Глуп, это, видимо, это с глуп и грейп, с виноградным вкусом какой-то. Черри, это реально, что ли, можно есть? Это вкус просто, наверное, да? Это нельзя кушать. А. Ну, пойдем еще. Ну, здравствуй, сейчас мы. А вот еще, смотри, ультимейт, какая вот большая лаборатория. Смотри, Лавруш. Здесь можно и очки одеть, и все. Опс. Это что это? Ну, мне кажется, это слайм. Что это вот? Что это вот? Не знаю, я не... Опа, подними, пожалуйста, сынок. Так, ничего себе, вот это да. А вот это делать, смотри, какие плести штуки. Ой, даже маленькая машинка. Можно... $20 стоит, и можно учиться шить, смотри. Работать с машинкой. И здесь все, прям все по-настоящему абсолютно. Она абсолютно рабочая, то есть, ну, понятно, что она такая, как бы для элементарных вещей. Но вот можно детям учиться шить. Это очень классно. Это все для творчества. Это вот делать, смотрите.
Да, сейчас, сейчас. Сколько тут всего? Вот эти из резиночки. Из резиночек всевозможных плетут. Вот крючочки, короче, плести. Всякие классные штуки. Вообще, конечно, это прям обыкновенный Walmart. Да, обычно Майклс магазин, там вот самый большой. Вот это вот делать браслеты, да? Да ну сейчас, Лавруш, ну сейчас мы покажем. Ты же сам посмотрел. Так, смотрите, сколько красок. Вау. Просто всевозможных красок. Кисти, спонжики вот такие вот. Для этого. Это обыкновенный Walmart. Ребята, смотрите, какой набор. $10 со спонжиками, кисточками, чтобы рисовать картины. Это, я так понимаю, типа гуаши, что-то такое. Ну, это базовые цвета, их смешиваешь и получаешь. Может быть, краску. Сколько здесь кисточек, ребята, это вообще капут. Это трафареты на кружках делать, видите? Что ты там нашел? Это... А, не отрывай только, Лаврош, это... Это не мочалка, кстати. А нет, нет, фо. Фом, баф. Да, нет, мочалка. Это не мочалка. Ну, короче, все для творчества. Что-то я вчера не прошел сюда дальше. Вот эти пистолеты, которые надо приклеивать. Сейчас. Это вот тоже для творчества. Вот к ним зарядка. Клей, который расплавляется. В общем, можно делать. Клей, кстати, хорошая идея. Я могу свои модельки сделать. Какой скотч. С американским флагом прикольно. Это разные скотчи, видите? Это ленты, что ли, да? Это не скотчи, наверное, это ленты. А, нет? Duct tape. Это скотчи. Такие. А это что такое? О, это что такое? О, палка какая, да. А это, наверное, для чего? Это для флажков палки? Нет? Это делать, вот, допустим, усы, видите? Такие тоже для творчества. Есть вот такие вот стики можно делать. Короче, креаторы. Это все креаторы. Маленькие палочки. Это, смотрите, это вот такая вот, вот пластилин есть вот такой вот. Это тоже, ну, глина, короче. Очень много всего. Голову Лавруша, по-моему, нос отломали. Ну, короче, вот так, вот еще кисточки всевозможные, я не знаю. Лавруш, положи палочку на место, пожалуйста, не надо, нам она не нужна, поэтому мы не будем ее, не надо портить, пожалуйста. А вот большие машинки. $30 стоит вот такая. Это даже, смотрите, электрическая ручная, $28. Зингер. Это все Зингер. 85. Вот 260, самая дорогая Зингер. Такая вот машинка. Это вот самая дорогая 260. Остальное все. Где для них переноски, видите, для хранения. Офигеть. Есть вот такая мягкая для хранения машинки. А есть такая жесткая. Ничего себе. Короче, вот так вот сегодня. Это пряжа, я так понимаю. По $7 продается. Не, это мы не будем покупать, это пряжа, ты не умеешь прясть. И это не надо. Это для... Это для... Шапку, которая Новый год. Шапка Новый год? Да. Ну, а какую ты хочешь? Вот она тут $7 стоит, ну. Вот это, я буду делать вон эту шапку. Шапку Новый год будешь делать? Ну, Лавруш, давай сегодня мы с вами купили, давай. А что, как это будешь делать шапку? Это шерсть же, это нитки. Ага. Давай вот это вот выбери вот отсюда. Потому что я не знаю, сколько это стоит, а то сейчас оно будет стоить дорого. Оно... Вот это вот бери, вот это вот бери. Вот такую, да? Подожди, это пряжа, но она же тонкая пряжа, Лавруш. Но мне кажется, тонкая совсем. Вот это вот толстая пряжа. Толстая нитка. Давай посмотрим, сколько она стоит сначала, чтобы нам просто все равно это выкинется в помойку. Так. Вот она. Это стоит $3. Ну давай возьмем, Лавруш. На. Такую тебе или две тебе надо? Такую? Ну окей, давай возьмем, ладно. Ну. Все, он экспериментирует со всяким творчеством. Ну пускай экспериментирует.
мы потакаем капризом этим. Ну, творчество — это хорошо, творчество — это прекрасно, да, Лаврош? О, это баталии делать на бассейне. Смотри, это набор $40 стоит. Садишься на бассейн и косточками вот такими надувными, короче, дерешься друг друга, типа скидываешь. Вот набор весь, 4 предмета, стоит $39. Ну, это кто вот во Флориду собирается отдыхать, или кто живет на бассейне. Ну, прикольное времяпрепровождение. Это все для бассейнов, короче. Все, доволен ты? Ну, пойдем тогда, это хорошо. Главное, что человек доволен, сейчас будет творчество творить какое-то. Это хорошо. А потом, а ты знаешь, сколько интересно в школе это делает Катя? Там у них много творчества, там и девочки есть. И все вместе они делают всякие поделки. Представляешь, как это интересно? Давай ручку. А, Лавруш? Может быть, ты как-нибудь ходишь в гости к Кате в школу? Посмотреть с девочками там, и там играют они всякие интересные творческие вещи, рисуют многое. Может быть, там учитель тебя научит испанских кукол делать? А, да, там куклы тоже. Они там учат специально кукол делать. Потому что те, кто в школе учится, те... Пойдем, у нас вон там машина, Варуш. Как ты думаешь, это классная идея? Нет. Нет? А мне кажется, классная идея. Пойдем. Варуш, пойдем. Лавруша, пойдем, на дороге не надо кружиться. Домой придешь, сейчас будешь кружиться. Лавруша, пойдем, сына. Давай, залази. Ну что, ребята, это не все. Мы с Лаврушкой забыли купить молоко и морковку. И идем покупать молоко и морковку. Блин, какая погода, вообще супер просто. Все, теперь будешь сидеть? Все, пойдем, ладно. Ой, какая маленькая штуковина. Приучает ходить рядом. Спокойно. Оп, сейчас написит. Нет, накакала. Она накакала. Капец. Еще такие. Лавруш, что было? Это ужас, да? Лавруш, что ты думаешь по этому поводу? Почему еще она накакала? Накакала, да. Собачка думала, написит. Нет, она накакала. И такая, сори. Ну, в общем, мы это тоже проходили, правда, мы не какали. У нас Милаша не какала в этом, но однажды пописала. Пойдем, нам нужно морковку и молоко. Ой, Лавруша, нам нужно с тобой тележку взять. Пойдем тележку возьмем. Чего? Или так в руках понесем? Ладно, давай в руках понесем или тележку возьмем? Мне тогда неудобно будет снимать, если я с тележкой пойду. А ты не повезешь же, да? Так, молоко. Молоко. Далеко, далеко. Ну, что, два возьмем, да? И морковку, мама сказала. Ну, два давай. Так вот. Теперь я понесу это все вот так вот. Потому что мы не взяли тележку. Капец. Ну, пойдем еще возьмем морковку. Теперь я пру, короче, эти два галлона. Капец. По 3,8 литра. Капец, как это много. 7 литров молока. Тащишь как ведро. Так, короче, мы еще взяли вот такую штуку, он попросил взять. Это, в общем, десертница типа. Туда кладется клубника и сливки, видите, сверху заливается. Такая десертная ракушка. Формочка. Вазочка. Все, печеньки ты купил? Варуш, ну хватит, все, купили уже все. Сейчас деньги закончатся, все. И тогда не будет больше ничего покупать, мы в этом не сможем. Все, нет, оставь уже печеньки, но больше ничего не надо, ладно? Так, где морковку нам брать? Мама просила морковку, тут картошка сплошная. Так. Лавруш, ты видишь, где морковка? Вот он мне помогает, катит сам тележку. Лавруш, осторожнее, только осторожнее, не снеси, пожалуйста. Лавруш?
Не спеши, не спеши, аккуратненько, окей? Так, ну и где у нас морковка? Тыква есть. Sweet potato есть. Baby картофан есть. Где морковка? Вот морковка. Так. Морковка baby, морковка свежак. Ну, вот такая, наверное, нужна. Какая-то дорогая тут, наверное, морковка нет. А здесь написано, что wash before eating. То есть это, а это non-GMO, это органик. А есть обыкновенная? Нам не нужна органик, нам нужна обыкновенная морковка. Блин, а где взять обыкновенную морковку? Ой, ёкарный бабай. Пойдем искать морковку. Яблоки. Ой, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши, Лаврош, пожалуйста, no. Здесь есть все, но нет морковки. Лаврош, стоп. Ну ты здесь постой пока, не надо ездить. Давай, мы ищем. Я сейчас посмотрю морковку, просто не могу найти ни одной морковки. Стой там, Лаврош, сейчас я вот... Ну, короче, давай возьмем маме ту морковку. Блин, были же в Уолмарте. Че профукали с тобой морковку? Ну, я, в смысле, профукал. А здесь нет нифига нормальной морковки, обыкновенной только. Это за бешеное бабло. Органик еще и не мытая. Еще такая вся, блин, это может такую бэби взять ей. Резаную, не знаю. Короче, капец. Лена, видишь, нету морковки реально. Ну, что-то как-то не очень эта морковка. Ее почистить там вообще ничего не останется. Будет такая же вот обыкновенная морковка. Сколько такая стоит, не знаю. Тоже baby carrots. Поехали, Лаврош, все. Короче, мама сказала ничего не брать. Бери тележку, кати, что, я что ли ее покачу? Ты же тут помогаешь. Смотрите, это абрикосы. Пошли, прям Ташкент сразу вспоминается. Абрикосы эти ничем не пахнут. В Ташкенте они пахнут. Сколько стоят? 4,50. Это органик за вот такое вот. Я не знаю, сколько тут по весу, наверное. Фреш. Свежие абрикосы. Все, поехали, поехали на кассу. На кассу. Давай.